Всем привет. Дорога Яцкая-Изюм после ремонта. Чудо не произошло. Вот на этом моменте закончились силы. И уже долгое время ничего не происходит. Забрали технику, и никаких признаков ремонта нет. Возможно, просто не посчитали нужным ее ремонтировать. Решили, что дорога в ремонте не нуждается. Вполне себе нормальная европейская дорога. Так это не тупик села какого-нибудь, а очень востребованная дорога. Здесь Оскол. Сюда ездят очень много туристов. Причем с двух направлений. С Изюма и с Лимана. А ездили бы еще больше, если бы была нормальная дорога. Людям с Лимана в Харьков приходится объезжать очень много километров. Или в Изюм. На протяжении этой дороги располагается много сел, жителям которых вообще нельзя объехать эту дорогу. А как быстро сюда доберется скорая помощь? Причем ехать ей довольно далеко. А это не маленький участочек такой дороги, она такая вся. Думаю, скорую вызывать здесь нет смысла. Зато возле горисполкома срывают отличный асфальт и кладут плитку. А это один из многих моментов, которые очень сложно проехать, чтобы не черкануть дном. О, зацепил. Благо есть защита. Кстати, надо посмотреть, в каком она уже состоянии. Езжу тут часто. Вообще, конечно, места здесь хорошие. Красивые леса, природа. Но вот великое будивництво сюда не добралось. У меня все. Всем пока.